Bobby doll. Oh yeah. Блин, он так быстро едет, на самом деле. Вид шикарный. Очень здорово. Там же таймлапс или просто видео? А, тогда расскажу. В общем, ребята посоветовали нам, и мы их послушали. Мы остались еще на день здесь, в Гонконге. И едем на Будду, на фуникулере. И так здорово, что он будет ехать минут 30, потому что мы в очереди постояли около часа. И вот чуть-чуть отдохнем. Кайф! Нормально, теперь можно. Да.